Теопытгод на каналом Уроки ТВ. Номер 3. Из 3 тонн свеклы получается примерно 390 килограммов сахара. Сколько килограммов сахара получится из 5 тонн свеклы? 390 разделим на 3. Получится 130 килограммов. Столько сахара получится из 1 тонны свеклы. Чтобы узнать, сколько этого сахара получится из 5 тонн, мы 130 умножаем на 5. 5 умножить на 100 будет 500, а 5 умножить на 30 будет 150. 500 плюс 150 будет 650. Столько килограммов сахара получится из 5 тонн свеклы. Ответ: 650 килограммов сахара. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.